Всем привет, меня зовут Александр Кузьминых. Сегодня я вышел на улицу Баумана. У нас здесь живет очень талантливый человек. Он бродяга, но он очень классно фристайлит и умеет красиво складывать слова в предложения. Мы будем подходить к разным людям и сочинять на ходу песни. Мишка, где твоя сберкнижка? А что ты здесь забыл-то? Итак, Мишань, я хотел с тобой сделать небольшой эксперимент. Я хочу подходить к людям и на ходу про них петь песни. Попробуем? Я буду в теме, то есть имеется в виду, перейму белый витамин. И все как один здесь сейчас затусят с моими стихами. Ребят, я не блат, я не шик, не шикардос. Я просто такой, как есть. Вот в чем вопрос. А, девчонки, мы снимаем контент для Ютуба. Можно? Буквально минутку, как бы время много не займем. Все, пойдем дальше. А, ну нормально, не хотят, не надо. Такая отрада. Жизнь и так за нас рада. Так, у нас нет Toyota Prado, ну и не надо. У нас жизнь и так отрада. Мы счастливы, девочки, для этого и живем. Добрый вечер, дамы. На одну минуту буквально. Прямо мы вот, да, ну ладно тогда. Ребят, можно вас на 30 секунд? Мы контент для Ютуба снимаем, что сочиняет фристайл. Вы можете назвать три любых слова. Такой свитер какой-то. В течение 30 секунд он прям зачитает вам. Свитер нашел, я не зря сюда шел. Витек, Ярик и Леха, ты готов? Витек, Ярик и Леха. Давай. Йо, listen up. Витек, Ярик и Леха. Такие три пацана. В Казани жили неплохо, оба-на. И вдруг пошла жизнь стена, и они, короче, на Баумана решили затусить. Короче, вообще четко решили в Баумана бабла влить. Блин, слушай, вот это реальная реакция живая, такая первая. Блин, спасибо вам, ребят. Если что, нет, он поет. Он просто фристайл, вы можете любые слова назвать, он прям сразу сочинит песню. Магазин, аптека, три мушкетера. Подожди, магазин, аптека? Три мушкетера. И три мушкетера. Магазин, аптека и три мушкетера. А реально, зашли в магазин без всякого задора. Короче, зашли, взяли... Накатили, воздали, выходят из магазина, смотрят оба потеха, а стоит рядом аптека, а тут такие две классные девчонки идут, и вообще полные воздают салют, они возлюбили их, залюбили, и, короче, в аптеку закатили, чтобы потом там резину взять и с девчонками тусануть, их позвать, а куда, ну, короче, три мушкетера, господа, и вот они, короче, как никогда, обняли девчонок, как всегда, и на Баумана пошли именно туда, в жизнь! Только держись! Счастья вам, девчонки, в классную жизнь! Йоу, аптека, три мушкетера и две девчонки, не надо больше задора! Тащитесь, балдейте, Баумана, себя не жалейте! Спасибо, девчонки! Спасибо, от души душевной души! Ребята, молодец, можно хочу? Вас на минутку, пожалуйста? У нас есть, короче, талант Пушкин современности. Ты можешь назвать четыре слова какие-нибудь и ключевых? Мы про тебя песню сочиним прямо здесь и сейчас. Так, карма, огонь и эволюция. Поехали, три, четыре. Эволюция, это просто карма, полюция. Ой, не, извините, не та революция, это огонь. Это парень огонь, это карма, это благовонь. В нашей жизни сие если... Он, короче, решил тусануть, значит, он решил, йоу, флиртануть. А именно где? В городе по имени Парма. Короче, у него такая карма. Та, короче, гонится за ним, а он валит в Парму, в дым. И там благовония, и все воня. И он, короче, сегодня именно в Парму, если вальнет, то, значит, ему конкретно повезет. Таков огонь, таков Макс, такая Парма. Миш, пора кончать. Пора кончать. Слушай, классно, как огонь, тебе? Огонь. Огонь? Да, от души. Uh-huh. Я надеюсь, денег с меня не возьмете. Денег? Себе 500 евро. Братан, да пошутили. Вас ради тормозят, чтобы вам, короче, стихи грозят. Снимаем для Ютуба. Да, можете, пожалуйста, помочь? Буквально 30 секунд времени. Что делать надо? А вы называете любые три слова ключевых, и про вас песню сочиним. Прямо здесь, сейчас, на ходу, экспромт, фристайл. Как тебя зовут? Батруха я. Батруха. Давай еще несколько тезисов, слов. Слушай, давай это будет испытание. Испытание и... Рапатау, парау. Гвозди. Гвозди, да, давай. Гвозди. А это Батруха, да, вот он имеет в виду испытание и решил с гвоздями провести старания.
Значит, набил в землю гвоздей, батруха, йоу, хей, ты классный чувак. Гвозди, испытания, батруха, это ништяк. Да, это так, йоу, ха. Мочите петуха. Согласен с тобой, что это современный творческий персонаж, который несет в мир какое-то новое чувство. Спасибо тебе большое. Потому подписывайся что... на мой канал. Александр Кузьминых. Просто очень холодно. Сопли морозим. Ходим, короче, снимаем контент. Согрейтесь, давайте. Вот, спасибо, всего спасибо, доброго, спасибо. Ребят. Спасибо огромное. Ребят, извиняюсь. Все как один, принимайте фонари. Фонари горят? Вопрос. Я гирю вас не покупал? Точно. Нет? Представляешь, как судьба? Он у меня гирю покупал 2 месяца назад. Я говорю, лицо знакомое. Да, вот. Его зовут Илюха. Украл, как сейчас понял. А девушку как вас зовут? НЖ. Илюха? НЖ. Или Илья, как тебя больше? Илья? Давай еще какое-нибудь слово, любое. Давай шахматы. Шахматы. А, о! Шахматы. Илюха, НЖ. Илюха, НЖ и шахматы. На тот случай жизни, когда Илюха любил шахматы как никогда, и вдруг он, играя, увидел эту Жизель, эту мадемуазель, эту НЖ вообще апрель. Да, действительно, скоро он настанет, потому что Илюха шахматы любить не перестанет. Именно Илюха шахматы и НЖ. Это круто же! А ребята уже, ну влюбляйтесь же! Бакс. Человек, можно вас попросить? Дрымбар. Ролик для Ютуба, для моего канала. Скажи 3 слова, он зачитает прям сразу, сход. Давай, и... Серега, недотрога и... Гараж. Гараж, Серега, недотрога и гараж. Погнали. Жил прекрасный парень, братан Серега. Короче, он был в ударе, девушки любили, но он был недотрога. И, конечно, был его главный антураж. Он вообще любил чисто свой гараж. Вы красивый аж, а я Серега, мой антураж Серега недотрога и гараж. Опа, как ты дашь. Как вас зовут? Йоу. Меня Леха зовут. Леха, давай, про Леху. Оу, про Леху, давай. Золотые зубы. У Лехи вообще, короче, в жизни термины блатные. У Лехи вообще пацанские зубы. Золотые. Спасибо вам. А давай что-нибудь армейское. Он читает фристайл. Назови 3 любых слова, он себе на ходу прям накидает. А, что рандом. Мы пьем? За что мы пьем? А мы живем вообще на килоом. Но мы, по сути, сегодня не знаем, за что мы пьем. Вообще, кто пьет за что, кто вообще, а что. Так вот. Мы не знаем, вчетвером мы или втроем. Просто мы не знаем, за что мы пьем. Этот чувак классный пацан, он просто знает без изъян. Просто всегда. Знает на килоом всегда, за что мы пьем. Йоу. Да. Молодой человек, можно вас на 30 секунд буквально? Много времени не займем, мы снимаем контент для Ютуба. Любые 3 слова и песенка сейчас родится прямо здесь сейчас. Я вообще был бы с бабухой так. Без ума, дом? Если бы принял отель небо. Ханума. Так. Зовут Артем, мальчика. Да. А, дом и небо. Дом и небо. Артем, дом и небо. Он увидел красивое небо и заимел потрясающий дом. Ну хотя бы действительно, в котором мы заживем. Неважно, отель Ханума, цифровой ДНС без ума, может, ювелирный золотой, но он имеет дом свой. А Артем, где бы он ни был, он влюбляется на килом в небо. Артем, и небо – это нега, и он имеет свой дом. Это чувак крутой Артем! Йоу! Я просто в шоке. Спасибо. Ребята, а можно вас на 30 секунд? Мы контент снимаем просто для Ютуба. Вы можете назвать 3 любых слова. Ну, ваши имена или там слова, и он прям сразу зачитает. Че, не готовы, что ли? Ну ладно, все, погнали. Девочки, а можно вас отвлечь на 30 можно, секунд? Можно, да. Контент просто снимаем. Нам, ну, буквально 30 секунд. Я могу объяснить. Вы можете свои имена назвать, либо можете назвать любые 3 слова. Он зачитает, я просто на гитаре сыграю. Немножко вам настроение такое, поднимет. Да? Индира. Красивая Индира. А еще рядом подруга есть. Она вообще с ней гуляет, почитает за честь. И именно будет у каждого счастлива квартира. Если, ребята, у вас в квартире будет Индира. Как белая Индира. Вот такая жизнь и дыра. А вас как квартира. Лиса. Лиса? Лиса. В
Вообще чудеса! Ее подруга просто лиса! Реально не надо ходить в леса, затусите на вам носа, и именно вам попадется вот эта прикольная лиса, именно чудеса. Казан светит, всех приметит, именно на вам, на кто ее заметит, она вам и создаст чудеса, потому что она и есть кто? Лиса! Спасибо. Давайте поаплодируем. Класс. Браво! Аля-ля! Тра-ля-ля, я люблю тебя, бля. Мы снимаем контент на YouTube, короче. Суть в том, что вы можете назвать три слова, и он вам сочинит песню на ходу в течение 30 секунд. Можете назвать какие-нибудь три слова, назовете? Прям... Можете, нет, знаете, имена свои назвать просто, как вас зовут? Опа, пиво вроде. Нет, подожди, Диляра, давай сейчас про вас сочиним. И Диана, да? Так, Диляра и Диана. Короче, Диляра и Диана. И у них есть пиво. А, все, нормально. Не-не, шампанское, все. Детское шампанское. Короче, Диана и Диляра. Когда по Баумана, именно без изъяна, я такой гулял, гляжу, хоп, Диляра и Диана. Реально, в натуре, просто как шут в комендатуре. Они решили, короче, затусить и на Баумана посидеть, пожить. Короче, Диляра и Диана, без изъяна. Крутые девчонки, как вообще богиня Яна. Именно у них пивко есть, пивко. И они просто живут легко, потому что без изъяна, скажу я, с этой пьяной Диляра и Диана. Реально в Казани без изъяна на Баумана тусят. Диляра и Диана! Йоу! Без изъяна! Добрый вечер! Да, здравствуйте! Меня зовут Александр, у меня свой канал на Ютубе. Короче, мы снимаем ролик, чувак читает стихи, вы можете назвать три слова, три тезиса, он вам на ходу вам сейчас зачитает фристайл. Можете, короче, свои имена, либо какие-то три слова. Любые. Да, вообще два-три слова. Можешь начать с имен что-нибудь, либо там... Не важно. Семен, давайте. Иннокентий. Иннокентий? Да. Синхрофазотрон. Очень хорошо. Это колорито татарское слово. Именли. Именли. В Татарстане же живем, на Баумана слывем, именли поем, мы синхрофазотрон воздаем. А еще прошу прощения, я забыл, как вас зовут в наваждение. Не называл, правильно. Он не называл, он Иннокентий, он идеал, потому что он издает синхрофазотрон. И именно всем дает именли он. А вот именно в Баумана влюбляйтесь, в Казани разгуляйтесь, и тогда вы найдете себя на ура, потому что пойдете в синхрофазотрон с именли. Вот такая жизнь дыра. Оле! Спасибо, ребят, за поддержку. Исянлик. Болсын, тұрыш-мұрыш, шексін гіл, амин шексін, амин. Сізге де солай, Бекзур Рахман. Сау бол, Бекзур. Рахман, Бекзур, сізге, қадірлі дұслар. Иннәлі. Ты мне напоминаешь Пушкина молодого, в тебя хочется выстрелить. Слушай, а зачем стрелять, когда надо стихи ваять?